Этот инструмент мы называем слайд-камыль. То есть это камыль, у которого есть всего лишь одно такое «но». Это отдельный мундштук. Он позволяет, во-первых, тем, кому неприятно соприкасаться зубами с металлом, соприкасаться зубами с пластиком. Это не так неприятно. Пластик все-таки, зубы и металл, это не все это выдерживают. А во-вторых, и сам пластик дает немножко более деревянный такой тембр. Почти неразличимый на самом деле с металлом, но кто давно играет, различают. И плюс еще есть возможность подстройки мензуры. То есть этот мундштук у нас в этой муфте, он двигается. И мы можем, соответственно, опустив мундштук, наверное, духовики знают, что раздвинули инструмент, строй понизился, сдвинули, строй повысился. Вот, это слайд камыль. И сегодня те исполнители адыгские на камыле, которые играют в ансамблях, они предпочитают именно эту версию инструмента, потому что часто звукоизвлечение, которое формируется ртом, оно может от раза к разу, в пределах четверть тона, оно может быть разным. И поэтому в моменте, то есть сегодня ты играл так, а завтра ты можешь уже звучать повыше, и этот слайд позволяет компенсировать эти моменты.